Привет, друзья! Сегодня покажу вам рецепт салатика с красной рыбкой. Он очень будет кстати, он очень похож на суши-салат, но делаю я его немножечко по-другому, намного вкуснее, но немножко по-другому. Все очень просто. Для начала нам нужно сварить рис. Берем круглозернистый рис, хорошенечко его промываем, заливаем водой и варим на протяжении ровно 15 минут, затем отставляем. В отдельной емкости до растворения смешиваем уксус, соль и сахар и добавляем к еще горячему рису. Опять хорошо перемешаем рис и пускаем себе остынет. Затем формируем вот такой вот красивый пласт. Я формирую четко по размеру нори, чтобы получить такой именно красивый ровный тортик. Вы видите, у меня ушел не весь рис, немного даже у меня осталось. Вот такой вот не очень толстый пласт. Затем этот пласт нужно будет смазывать соусом. Приготовим соус. Я взяла сливочный сыр, не соленый, добавляю сюда майонез и буду добавлять вот такой вот сухой васаби. Можно использовать васаби по вкусу и уже растворимый. Просто пробуйте, чтобы не слишком остро было для вас. Пробиваю блендером, чтобы получить однородную структуру, и затем смазываю хорошенечко этот рисовый слой, для того, чтобы он именно хорошо промариновался и туда проникла эта вся пропитка. Затем сюда пойдет порезанная мелким кубиком рыба, которую тоже слегка смазываю этим соусом, и уже на рыбку у нас пойдет лист нори. Вы видите, как раз четко по размеру листа нори я выкладывала пласты. Огурец я режу мелким-мелким кубиком, можно нарезать тонкими пластинками, можно нарезать соломкой, как вам хочется, как вам удобно. Огурец тоже слегка смазываю и выкладываю яичный слой. Яйца у нас на крупную терку и формирую тоже вот такой вот красивый тортик ровненько. Яйца щедро сдабриваю вот этим соусом и хорошенечко его тоже промазываю, чтобы проник соус внутрь. Далее сюда идет морковь. Отварная одна морковка, для того, чтобы был более красивый красный цвет, яркий такой, оранжевый точнее. Тоже смазываем соусом. И я буду лист нори резать и вот так вот укладывать, чтобы не было слишком много у меня листа нори. Я так люблю. Но вы хотите, можете положить просто опять целый лист нори, на который опять идет красиво уже нарезанная слайсиками красная рыбка. Сверху украшаем красиво остатками соуса и посыпаем кунжутом. У меня здесь и черный, и белый жареный кунжут. Это очень вкусно. Оставьте этот тортик промариноваться где-то часика на два и пробуйте. Это очень вкусно. Удачных вам праздников и хорошей готовки. С вами был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Редактор